при вступлении нового финансового года, я имею в виду в 2023 году, софинансирование по отдельным категориям будет пропорционально меняться. Ну, пропорционально я хочу сказать, что доля абхазской стороны ежегодно будет увеличиваться. К примеру, значит, в 2023 году это будет 35% от общего фонда оплаты труда на повышение. В 2024 году это будет уже 70%. В 2025 году это будет 85%. И после 2025 года, разумеется, темпы роста заработной платы будут обеспечиваться уже самостоятельно нашей страной. В этом смысле перегруппировка инвестиционных средств будет осуществляться в другие отрасли экономики, от которых мы ждем, несомненно, эффекта, в том числе пополнения доходной части бюджета, которая нам наверняка позволит увеличивать заработную плату.